Реальность, к которой ты привык, больше не существует. Экономический кризис привел к всплеску безработицы среди молодых специалистов, лишив возможности планировать свою жизнь, строить семью, приобретать жилье и личный транспорт. Из-за несоответствия полученных знаний потребностям бизнеса, работодатели закрывают двери перед выпускниками вузов, подбирая специалистов исключительно с ключевыми компетенциями. Работы в традиционных отраслях становится меньше, и конкурировать за нее приходится не только с иностранцами, но и с роботами и бактериями, которые выполняют те же функции, только дешевле, качественней и без перерывов на обед. Жертвой прогресса стал не только пейджер, но и крупные корпорации, повсеместно объявляющие о банкротстве. И иммунитета нет ни у кого. И финансовый запас не является защитой. Инфляция пожирает накопления, а банковская система трещит по швам, заливая экономику необеспеченными деньгами. Время долгосрочной стабильности истекло. И даже знания имеют срок годности. Вовремя не реализовавшись, они скисают и становятся бесполезными. Но мир меняет воображение, настойчивость и быстрота. Компании, которых не существовало несколько лет назад, оцениваются в сотни миллионов долларов. Молодые режиссеры снимают коммерчески успешные фильмы, производство которых финансируют тысячи пользователей интернета. Неизвестные музыкальные исполнители взбираются на вершины чартов за несколько суток. На политическом олимпе вспыхивают новые звезды, организовывая волнения, перевороты и революции. А школьники и студенты становятся миллионерами, младшие из которых зарабатывают первый миллион в 14 лет. Информационные технологии открыли новые возможности для обогащения. Так, каждый пятый представитель из 50 богатейших людей планеты сколотил свой капитал на интеллектуальных рынках. Компании, транспортирующие биты, оцениваются дороже сырьевых гигантов. А какая компания возглавит рейтинги через 10 лет? Прямо сегодня, именно сейчас. Ты можешь недооценивать масштаб нарастающих перемен, но осознай их. Думаешь начать с понедельника, и мир притормозит, чтобы дать тебе возможности глядеться? Варианта 2. Быть причиной изменений или пассивно наблюдать за ними со стороны. Решать тебе. Но помни, отказ от выбора – это тоже выбор. И неважно, кто ты, с нами ты узнаешь, как начать действовать, где найти ресурсы, какие использовать инструменты и какие развить компетенции. Стань будущим!